Заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Андрей Храпов, принял участие в торжественной церемонии приведения к присяге первокурсников Рязанского филиала Московского университета МВД России. Клятву верности стране произнес 91 первокурсник, успешно прошедший конкурсный отбор. Андрей Храпов поздравил курсантов с этим знаменательным днем и выразил уверенность в том, что слова присяги станут для каждого из них символом верности гражданскому и служебному долгу. Дорогие первокурсники, вам еще только предстоит пройти долгий и сложный путь профессионального и личностного становления, который продолжится в течение всей вашей службы. Выражаю уверенность в том, что вы, стоящие сегодня в праздничном парадном строю, молодые сотрудники полиции, ни при каких условиях и обстоятельствах не уроните высокой чести сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Главное, чтобы вне зависимости от обстоятельств вы всегда оставались патриотами, достойными гражданами своего Отечества, мужественными и порядочными людьми, чье призвание служить закону, служить народу было бы главным мотивом вашей деятельности. После торжественных мероприятий Андрей Храпов вместе с начальником УМВД России по Рязанской области Владимиром Алаем и председателем общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области Валерием Матвиенко возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел. А затем уже в здании УМВД Андрей Храпов осмотрел в частности систему «Безопасный город».